3 на 3. То есть это контратаки, это глухая оборона, ну и контратаки кусающие и быстрые. То есть позиционных атак от женской сборной России, от коллектива Александра Зыбина мы не увидим. И, кстати, первая шайба сейчас оказывается в воротах. Вот так вот под мои рассказы. Юниорская сборная Беларуси забрасывает. Юниорская сборная Беларуси очень здорово разобрался Салыка. Отмечаем его. Пас на вершину, на синюю линию. И вот такой бросок Поповского, кстати, возможно, был поставлен в этом первом периоде. И счет стал 1-0. Еще момент у сборной Беларуси. Тараканова! Тараканова спасает. Шикарный сейв Таракановой. Момент у Гайдукевича. Давайте еще раз посмотрим. Вот Гайдукевич классно, конечно, сыграл, вопросов нет. И клюшкой. Клюшкой играет Тараканова. Мне кажется, что Гайдукевич заканчивается. Поэтому фон усталость и скапливается. И вполне может быть игровая яма, плюс другой состав. То, что стоит учитывать. Да, здесь основа юниорская сборная. Еще момент. И вторая шайба оказывается в сетке ворот женской сборной России. Хабян. Хабян забрасывает. Счет 2-0. Счет 2-0. И понятно, что ребята особо не празднуют. Но, тем не менее, здесь русскими и игровая яма вполне может быть, стоит учитывать. Вот, повтор еще раз. Здорово, Хабян бросает и прошивает Валерию Тараканову. Поэтому счет 2-0 в пользу юниорской сборной Беларуси. Протас. Нет, проходит передачу. Очень здорово, кстати, читает игру сейчас и, в принципе, эту передачу. Хоккеистская женской сборной России. Альшевский. Протас. Тараканова. Тараканова спасает. И оценка. Да, очень много передач, мало бросков. Ольшевский! И счет становится 3-0. Счет становится 3-0 в пользу юниорской сборной Беларуси. Хабян. Хабян оформляет дубль. Шикарная геометрия этой атаки. Да, понятно, что не с первой попытки Хабян. Давайте сейчас посмотрим. Ольшевский. Классная передача. Очень здорово сыграл Ольшевский. Ну и Хабян, по сути, не имел права промахнуться. И он не промахнулся. Каратай. Здорово на Кузнецова. Кузнецов. Еще одна передача на дальнюю штангу. Карбалевич, Карбалевич, есть бросок Карбалевича, счет 4-0. 4-0, помню, в ноябре 4 забросили за 60 минут игры, сейчас 4 за первый период. Классно, бросок Карбалевича. Да, вот смотрим повтор этого эпизода. Очень классный бросок Егора Карбалевича от синей линии, и Валерия Тараканова не спасает. Стримаухов, здорово, шайба гуляет по зоне, но больше бросков, Хабян на хэтрик заходит. Да, очень здорово, если Хабян оформит хэт-трик. Ольшевский. Еще пас на Хабяна. Здорово, есть бросок. Хабян и 5-0. Хэт-трик Хабяна. Второй хэт-трик для юниорской сборной Беларуси в Астане. Хэт-трик Кузнецова. Ворота юниорской сборной Казахстана рался. То есть пас на ближнюю. Потом бросок Тимура Литвинова. Ну и Хабян на пятаке лучше всех. Лучше всех, то есть пятак женская сборная России не почистила. Отмечу то, что сборная России Ю-16 играет и сборная Беларуси. Еще один бросок, шайба сетку снежности на ворот попадает, Кузнецов. Кузнецов! Лакросс! Попытка лакросс от Кузнецова, но это немного шайба. Слетел. Дурака сыграет, синий, чуть другой вектор, чуть другой вариант выбирают подопечный Дмитрий Шульги. Но в любом случае, позиционная атака, Стримаухов, хороший пас и еще бросок, Иванов, штанга. Штанга спасает Фархудинову. Да, вчера Фархудинову не пробили. Попал Кузнецов, его бросок. Фархудинова в игре. Кузнецов. Кузнецов, Салыга. Еще один пас. Есть бросок Ильи Иванова. Диана Каратай, есть еще один вход в зону. Каратай, Хабян. Хабян, еще один пас. Лохнов, бросок. Это 6-0. 6-0, забрасывает Лохнов. Все-таки пробиваем Диану Фархудинову. Подбираем ключи. Голкипер женской сборной России. Это Лохнов. Ну и вот пятак, наверное, это просто головное поле Александра Зыбина, потому что большинство шайб белорусской сборной пришло именно с пятака. И вот сейчас шайба Ли Лохнова — это яркое подтверждение моих слов. Счет 6-0. Став юниорки, и видим, что забрасывают, набирают очки, что Прото, что Лохнов, то есть не затерялись, и точно очень серьезный буст для коллектива Дмитрия Шульги, это 7-0, это Юрий Румо, шикарный пас, шикарное подставление, 7-0, здесь уже не успели за Румо, плюс 7 шайб, получилось по Румо на пятаке, счет становится 7-0, ну и бля, пас Ольшевского, у него 0 плюс 4, ассистентский покер. Сегодня очень здорово был Салыга на дальней штанге, но по итогу пас до 22 номера не дошел. Иванов, Бурак. Бурак зацепился, Иванов за синюю, не было положения вне игры, очень четко сыграл капитан юниорки, и это еще одно спасение Дианы Фархудиновой. Girls Game. То есть, я думаю, что все видели прекрасно карту, из каких городов девчонки, плюс еще момент, и это 8-0.
8-0, Салыга забрасывает, шайбу подобрал и дослал ее все-таки вроде Анны Фаркутиновой. Плюс 8 шайб для юниорской сборной. 8-0, это Николай Салыга, бросок, с которым Фаркутинова справляется, но с добавлением Салыга никто не справился, ну и Павлова. Павлова, скорее, именно она же Юрий быть. Румо. Румо передачу пытался сделать. Попытка по-бобровски. Нет. Здесь Фаркутинова успевает переместиться и спасать. То есть сегодня что мы видели? Попытка по-бобровски. Раз. Фаркутинова в игре. Потом момент. Еще один. 0-9. Юрий Румо. Дубль. Дубль Юрия Румо. Классный бросок. И опять же, очень четкая, очень грамотная работа на пятаке. По-бобровски. Гола нет. Фаркутинова здорово играет. Ну и вот здесь Фаркутинова шайбу намертво зафиксировать не смогла после броска Кокули. Ну и Юрий Румо по Лифатову. Нет, Добродеева. Это все-таки Добродеева была. Вот здесь уже Иванов и выход 2 в 1. Иванов. Пас. Подставление. Здесь 0. 10-0. Иван Кукуля поддержал эту атаку. Забрасывает защитник. Ну и какой пас от Ильи Иванова. Поэтому еще 10-0. Поддержал атаку Иван Кукуля и сделал счет 10-0. Поэтому пас конфетка от Иванова, скажу так. И тебе попросить. Но сейчас у женской сборной России это получается сделать. Лохнов. Еще раз на пятак лезет Лохнов. Его туда не пускают. Хабян. Хабян уходит, еще один пас Протасу. Илья Протас не забрасывает. Здорово играет давно. То есть после того, когда были проблемы с линией атаки, когда очень много ребят болело в высшей лиге, даже два матча с Березлыга. 5.55 остается играть в этом поединке, так можно смело говорить. То есть 5.55 резерв времени, который есть. Здесь два момента у России. Круповец, Круповец спасает. А вот и женская сборная России включается. Потрясающая возможность находится. Поэтому я думаю, что точно 9 номер наелся. Но пока на смену не поехал, как Салыга, к слову. Иванов. Иванов, еще один пас на синюю. Будет ли бросочек? Брак, еще и 11-0. 11-0, забрасывает Кузнецов. Забрасывает Кузнецов. Вот, по сути, рубеж. Вот порог. Забросили столько же, сколько сбор. Два броска у женской сборной России было за 40 минут игры. И понимаем, что в третьем периоде, мне кажется, сборная России набросов. Салыга. Еще раз на Иванова. Будет ли бросок? Да, есть попытка. Фаркутинова в игре. Шайба где? Шайба здесь у Салыга. Шайба Иванова. Еще бросок. 12-0. 12-0. Да. Все-таки юниорская сборная Беларуси забрасывает больше, чем сборная Цыванов. Очень красивая точка от капитана юниорской сборной Беларуси. Здесь, конечно, Фаркутиновой было крайне сложно, поэтому счет 12-0.